Всем привет! Сегодня в моем видео я буду сажать эустому. Эустома – это очень красивое цветущее растение, родина которой Южная Америка, Мексика и Карибские острова. И у нас ее стали недавно сравнительно выращивать как декоративное растение. Она очень украшает, то есть ее можно в вазонах выращивать или высаживать можно в саду ее, как бы в грунт. Но ее, конечно, высаживают, когда уже устанавливается такое тепло, потому что она не переносит вообще прохлады. Или выращивают дома. Ну, сейчас уже немножко как бы поздновато, но я еще успеваю, в принципе. Ее можно и высеивать и в декабре. Это такое красиво растущее растение. Вернее, очень цветет красиво. Вот, и мне сегодня просто попалась она, я купила ее. Так как частный дом. Но я хочу ее потом высадить такие кашпо и выставить на крыльцо, на улицу. Я подготовила уже контейнер, куда я ее буду сажать. Вот такой вот контейнер. Я здесь сделала дренажное отверстие обязательно. И я буду сажать таким, в общем-то, проверенным способом. У меня мама этим уже способом не раз пользовалась, как бы. То есть стопроцентный, можно сказать. На дно обязательно дренаж. И земля. Ну, земля у меня купленная для рассады. Вот так вот земли. Ну, достаточно. Сейчас ее хорошо вот так вот. Ну, она такая рыхлая очень земля. И теперь, ну, так как я буду высаживать ее в кашпо, то есть в пакетике у нас 5 семечек всего. Я хочу вот 5 вот так их и распределить. То есть по сортам. Они очень мелкие. Главное в это время не чихнуть, то они улетят. Я вот так высыпаю. Вот они там застряли почему-то. Ух ты! Две нашла. Еще третий. Ну вот, пока открывала, они у меня вот здесь вот забились, и я решила их тряхнуть. А они же такие кругленькие, такие, знаете, отлетели от блюдца. В общем, из 5 у меня 4 осталось. Одну не могу найти никак. Они очень мелкие. В общем, не успела посадить, а уже одна потеря. Жалко, конечно. Ну ничего. И я их теперь сразу буду на место ложить. Вот. Одна. Поверхностно. Просто поверхностно. Вторая. Третья. И вот. Четвертая. Вот. Раз, два, три, четыре. Это я посадила вот такой сорт. А сейчас буду садить вот такой вот. Тоже надо очень аккуратно с ними. Так, вот прям вот так вот. 4. А где 5-я? Вот 5-я. Ага, вот 5. Выпало.
И я буду их вот рядком следующим делать. Одну положила, вторую и еще вот такой белый сорт. Пять штучек тоже. И тоже рядком их. И теперь самое интересное. Снег. Чистый снег. И теперь семена нужно присыпать снегом. Так вот. Почву не нужно поливать, потому что очень хорошо снег своей талой водичкой смочит семена. И у нее снимется легко оболочка, и они очень хорошо прорастают таким способом. То есть снег, когда будет таять, он своим давлением придавит семена к земле, и будет то, что надо. И вот так вот хорошо его... Сейчас немножко снег при комнатной температуре будет таять, и когда он сравняется, я накрою пищевой пленочкой и поставлю в светлое теплое место, ну, под лампу, скорее всего. Ну, вот сейчас снежок уже осел немного, и я сейчас под пленочку все это сделаю. У меня там есть отверстие дренажное, я ее просто поставлю вот так вот в поддон и уберу под лампу в теплое место и буду ждать всходов. И видео, конечно, обязательно продолжение я сниму. Увидимся в следующем видео.